Вы смотрите «Хай-Тек» в эфире телеканала «Хабар-24». В студии Иван Тулинов, и в ближайшие минуты мы расскажем, как будет меняться наш мир благодаря технологиям. Сегодня о летающем авто и велозамках. Авто-авиатранспорт будущего. Компания Airbus придумала решение проблемы пробок в мегаполисах. Самый легкий и самый умный новый вид велозамков придумали в Южной Корее. В Швейцарии завершается одно из самых крупных ежегодных отраслевых мероприятий – Женевский автосалон. Конечно, стоит рассказать об одном из самых оригинальных концептов, что были представлены на этой выставке. То ли автомобиль, то ли вертолет, то ли дрон. Пожалуй, то и другое. Компания Airbus удивила посетителей Женевского автошоу совершенно новым средством передвижения, которое, вероятно, позволит избавить владельца от необходимости терять время в дорожных заторах. Это модульный транспорт, причем и авто, и авиа. Пассажирская капсула может быть установлена на базу с колесами и электродвигателями. Эта часть позволяет свободно передвигаться по автодорогам, но в случае необходимости можно вызвать другой модуль. Это нечто вроде дрона, только очень большого. Тогда капсула становится частью летательного аппарата, и такой пассажирский квадрокоптер может быстро доставить пассажиров, к примеру, до аэропорта или дома в пригороде. Я думаю, это будет невероятно. Вам не надо выходить и входить в другой транспорт. Все интегрировано. Конечно, надо еще развивать инфраструктуру. Полагаю, это займет 5-10 лет. Разработчикам этого концепта еще предстоит продумать, как организовать передвижение таких автомобилей и квадрокоптеров в одном флаконе. Ведь еще нет законодательных норм, что регулирует полеты автомобилей в воздушном пространстве над городом. Впрочем, в компании Airbus настроены решительно. Там считают, что гибридизация колесных средств передвижения с вертолетами или самолетами – это естественный виток эволюции. То, чем мы сейчас озабочены, это соединение нескольких параметров – автономность, электрификация, новые решения для передвижения. Это, в общем, то же, что интересно автопроизводителям, так что стоит работать сообща. Кстати, в этом виде транспорта есть еще один модуль – мультимедийный. Пока автоквадрокоптер летит или едет, пассажиры могут общаться в социальных сетях, выбирать музыку или смотреть видео с помощью мониторов, в которые превращаются части обзорных стекол или панелей приборов. Альтернатива цепям и рамкам из металла. Подавляющее большинство владельцев велосипедов хоть однажды, но задумывались, как избежать кражи своего железно-алюминиевого коня. Конечно, можно запросто приобрести традиционные замки из металлического троса или прута в пластиковой оплетке и с замком, внутри которого обыкновенная же личинка. Но в Южной Корее придумали новый вид устройства, которое предотвратит кражу велосипедов. Давайте оценим разработку. Одним из главных достоинств этого девайса разработчики называют его удобство. Во-первых, Bicycle, так называется этот замок, очень легкий. 350 граммов – это лишь четверть массы обычных противоугонных средств для велосипедов. А еще Bicycle весьма компактен и постоянно находится на велосипеде. Его не придется каждый раз надевать на колесо или раму. И еще девайс умный, он коннектится по Bluetooth со смартфоном владельца. Как только хозяин отдаляется на определенное расстояние, замок автоматически запирается. Кроме того, есть внутри и акселерометр, и гироскоп. Они помогают определить, что кто-то пытается сдвинуть двухколесный транспорт с места. Возможно, со злым умыслом. Тут же приходит сигнал на смартфон владельца. Еще раздается сирена громкостью в 100 дБ. Чтобы установить этот противоугонный гаджет, требуется примерно 10 минут. А встроенной в Bicycle батареи хватает на полгода автономной работы. На данный момент это самая легкая система против угона. Также мы считаем, что ее труднее взломать, потому что она крепится прямо на колесе. Форма устройства цилиндрическая, а механизм спрятан внутри алюминиевого корпуса. Новинка для автолюбителей была представлена на выставке Mobile World Congress в Барселоне. Авторы разработки собираются запустить кампанию по сбору инвестиций для запуска серийного производства таких велозамков. Если все пройдет успешно, то первые экземпляры окажутся у покупателей к концу года. Гаджет, конечно, заслуживает внимания. Однако интересно, а как с его помощью предотвратить кражу велосипеда способом погрузить в кузов и быстро уехать? Вероятно, есть смысл доработать девайс.